Вчера я получила посылочку с Shein, и я специально ее не открывала для того, чтобы это сделать все вместе с вами. Единственное, она пришла мне с дефектом, была уже порвана, я очень переживала за пару очков, поэтому сразу же стала все проверять. С ними все в порядке. Вчера я сделала распаковку очков в Instagram, сейчас сделаю вместе с вами. Давайте начнем прямо с них. Вот есть тут специальный такой чехол с надписью Shein. И посмотрим. Первая модель. Здесь, кстати, есть также, как обычно, тряпочка, все как положено. Первая модель, я брала, скажем так, с целью для съемок в TikTok и вообще для какого-нибудь модного лука, потому что эта модель действительно ультра модная. Здесь такие тучки и грозы. Видите, они висят, болтаются. Абсолютно ничего это не мешает. Но если сильно-сильно, вот, допустим, я сейчас мотаю головой, чуть-чуть задевает за нос, но тем не менее не щекотно, все нормально. Так, что еще? Форма мне понравилась, подошла идеально, и еще я обожаю голубое стекло, потому что через него смотреть очень приятно, и за рулем тебя не напрягает слишком темное стекло, и тем не менее защита от солнца тоже имеется, поэтому я очень ими довольна, птучки идут прямо по форме бровей, в общем, мне кажется, все идеально. Напишите, как вам. Следующая пара очков идет уже в другом чехле, он белый, и здесь написано MOTF, он уже из премиум сегмента, подороже, 1100, те очки 500 рублей, по-моему, стоили, и они, как мне кажется, мне немного большеваты, что скажете? Как думаете? Или же ок. Стекло коричневое, мне нравится, приятно смотреть. Если даже я не захочу их носить с какими-то луками, я оставлю их в машине, мне будет удобно использовать их за рулем. А вот дальше я заказывала себе всевозможные платья, наряды. И здесь уже давайте постепенно все подряд. Первое платье на каждый день, абсолютно такой летний пляжный вариант, розовый цвет, мой любимый, по качеству ткани мне на первый взгляд нравится, и сзади у нас молния, размер я взяла 38М, посмотрим после примерочки. Следующее платье вечернее, захотелось мне обновить вечерний гардероб для походов в клубы летом, на какие-нибудь мероприятия. Знаете, надоели уже все эти сарафанчики, все эти брючки. Хочется чего-то такого элегантного и красивого, чтобы надеть красивые каблуки и выйти в свет. Качество ткани сделано под атлас, пока на ощупь приятное, цвет шикарный, мой любимый. Все остальное будет понятно после примерки. Здесь у нас еще вот такие резиночки по бокам. Что у нас следующее? У меня здесь голубое платье. Я подобное заказывала себе уже коротенькое и выгуливала его в Турции. Это уже более такой степенный вариант, длинный рукав и более женственный, длинное платье в пол, шикарно смотрится, пока цвет, мне кажется, тоже идет мне очень, тоже М размер, сзади молния, не терпится примерить, девочки и мальчики, как долго я уже ждала обновочек, потому что этим летом начала ходить буквально все, что было с прошлых сезонов. Пояс от платья, шикарная расцветка, ребята. И качество в целом тоже на ощупь сейчас нравится. Цветочный принт обалденный. Мне очень нравится. Вот такие принты вообще скрывают всякие недостатки. Отсутствие попы, талии, либо жиры. Все что угодно, девочки. Имейте в виду, если что, и не бойтесь. Это, знаете, такая обманка, загадка для мужчин и женщин. Ой, шикарно. Посмотрим, что там будет дальше. Это у меня такой змеиный принт.
Он сейчас также в моде. Обычное тоже платье-сарафан. Можно на каждый день, можно куда-нибудь на прогулочке с подкладом. Пока мне нравится. Посмотрим все, что скажу после примерки. Все, последнее, что у нас здесь. О, это было шикарное платье. Ой, это, вы знаете, у меня мечта. Поеду на море, будут фотосессии. И один из образов будет в этом платье, если он мне подойдет. Модель довольно такая простая, классическая. Это у меня тоже M. Здесь у нас воланчики, можно на плечи, можно просто спустить. И платье в пол, шикарное. Какое оно красивое, я надеюсь, что оно мне очень-очень подойдет. Все, ребята, я сейчас все это отпаривать, отглаживать, и увидимся с вами после примерочки. Ну что, я успела не только все распарить и примерить, но также еще выезжала и выгуливала эту пару очков. Что я могу сказать? Висюльки абсолютно не мешают, это точно. При езде, при поворотах единственное, за счет того, что узкое стекло довольно-таки, я вижу разницу между стеклом и реальностью. И когда я только выходила из подъезда, и когда вот эти все ступеньки, бордюры, у меня ощущение, как будто у меня здесь очки с линзами, представляете? То есть мне нужно смотреть либо четко через стекло, либо конкретно, если я на что-то хочу смотреть, вне стекла. Причем я увиделась со своей подружкой Светой, дала ей померить, она то же самое почувствовала. Это ощущение, ну, к нему быстро привыкаешь, нужно просто приноровиться. Я думала, я поцарапала, но нет, это оказалось просто запачкало. За цену 500 рублей, конечно, можно его носить, но не надеяться, что это будет супер-пупер защита вам от солнца и все прочее. Это больше все-таки такой модный аксессуар, иногда надевать можно. Платье, которое на мне, совершенно обычный фасон. Такие фасоны идут всем. Единственное такое ощущение, что его не проконтролировали и отправили вот в таком виде со всевозможными нитками. И эти нитки, они повсюду. Просто мне сейчас после видео нужно будет взять ножницы и все эти ниточки просто обрезать. В остальном здесь все в порядке, за исключением вот такого маленького нюанса, что все это, видите, тянется, и надо все это пообстричь. Прямо-таки вот беда-беда с этим платьем, в том плане, что оно очень шикарное, мне нравится и ткань, и фасон. Но именно на мою фигуру сейчас мне нужно либо схуднуть, либо выбирать на размер больше, потому что ткань не тянется, она вот идет как плотно садится. Сюда такое ощущение, что либо нужны такие все-таки чашечки уже от производства, ну, либо, конечно, свой бюстгальтер сюда надевать, потому что это не тот вариант платья, когда можно надевать без бюстгальтера. Здесь все пережимается, здесь идет вот второй подклад, но вот, видимо, поскольку оно мне маловато, у меня здесь все такое ощущение, что груди у меня вообще нет, все так плоско зажато, как будто перебинтовано. Но в целом платье шикарное, если вы по размеру подберете, в общем-то, не берите впритык, если вы сомневаетесь, то, конечно же, берите, чтобы чуть-чуть было свободно, оно не тянется вообще. Платье это прямо-таки любовь, оно очень элегантное, такое сдержанное, но в то же время романтичное, игривое, за счет своего цвета и вот этих кругляшей, ощущение, как будто это какой-то горошек, в общем-то, супер. Здесь у нас на молнии размер M, и все идеально, супер. Это платье, это, конечно, просто шедевр и в пир, и в мир, и в добрые люди. На прогулке с кроссовками, с каблуками, а на вечеринку даже, на какое-то мероприятие, просто прогуляться. В общем, я обожаю такие варианты, когда не нужно ломать голову, просто надеваешь, идешь и чувствуешь себя прекрасно. Я смотрела эту модель платья на девушках и полненьких, разных типах фигур. Смотрится привлекательно, поэтому, девочки, обратите внимание обязательно. Белое платье – это просто какая-то любовь. Нежное, воздушное,
шикарное, обязательно хочу выгулить его на фотосессию у моря, на закате. Боже мой, я уже представляю себя в нем, это будет шедеврально. Сзади у нас пояс, резинка тянется, поэтому можно не переживать, если вдруг есть бока или животик, или не совсем стройны. За счет вот этого волана вверху все как-то это смотрится, скрадывается и тоже будет смотреться великолепно на любой фигурке. Шикарный разрез, шикарная длина, фасон, влюблена в это платье. Ну и последнее, это платье немножечко не по мне сшито, нужно как-то вот это, где пояс, либо пониже, либо повыше, как завышенную талию сделать, и чтобы отсюда расклешоночка шла. В общем-то, что-то не совсем идеальное, но в целом можно носить, потому что оно очень легкое, как накидка, пляжный вариант, так уж точно. Посмотрю, может быть, даже буду носить его в городе для удобства, в жару надевать, так как это мой любимый цвет. Обязательно пишите, как вам моя распаковочка, что вам понравилось, что не понравилось, и заказываете ли вы вообще вещи с Shein. Я замечаю, что в последнее время стали даже заказывать из Кузоватого и много очень из Ульяновска, потому что раньше, мне кажется, в основном больше москвичи из крупных городов заказывали, а сейчас это все, этот интернет-магазин все-таки вызывает доверие и глубинкам, и многие мои вот подписчицы тоже заказывают. Поэтому обязательно пишите, если вы что-то там заказывали, то поделитесь, как вы все это носите, удачный ли у вас был заказ, в общем, будет интересно почитать. Увидимся с вами в следующих видео, пока-пока, до новых встреч!